клубу «Киногурман» исполнилось 13 лет. Подарком тагильчанам в день рождения клуба стал показ отреставрированного фильма «Сталкер». Дело в том, что журнал «Искусство кино» запустил проект, который называется «Синематека». И в рамках этого проекта мы и получили этот фильм. Выбор фильма не случайен. «Сталкеру» почти 40 лет. И творчество Андрея Тарковского знают и любят многие. Я его смотрел, когда он был выпущен. Я был студентом. И как бы я хотел вспомнить вот те далекие времена. Конечно, я «Сталкер» — это один из любимых фильмов Тарковского. Тарковский – это какой-то код, вот нац, россиян. Он сумел в своих фильмах что-то рассказать о нас самих, о России. Какие-то удивительные, потрясающие вещи, которые даже нельзя выразить словами. Их можно только почувствовать, посмотрев его фильмы. В фойе кинотеатра выставка фотографий со съемочного процесса и кадры из фильма. И вот эти работы со съемочных площадок, конечно, вот эти и актеры, и сам Андрей Арсеньевич, ну, просто это моя любовь юности, можно сказать. Потому что мы говорим Тарковский, Солярис, а там ведь стояла целая команда. И пока создавался фильм, трижды менялась эта команда. Но тем не менее, это операторы, это художники, это музыканты, это сценаристы. Мне захотелось, чтобы их увидели в лицо. После просмотра сеанса киногурманы обсудили работу съемочной группы, поделились мнением о фильме.